Итальянские ученые объявили, что найденные ими останки в одном из монастырей Флоренции практически со 100% вероятностью принадлежат Лизе Герардини. Супругу купца Франческо дель Джоконда считают женщиной, которая позировала Леонардо да Винчи для знаменитой картины «Мона Лиза». Однако подтвердить это научным способом так и не удалось. На основе исторических записей, которые имеют существенное значение, можно сказать, вероятность того, что в этой общей могиле была похоронена Лиза Герардини, очень высока. В 2011 году ученые начали раскопки на территории флорентийского монастыря Святой Урсулы. Согласно записям, Лиза Герардини была похоронена именно там. Были обнаружены останки 12 человек. Как выяснилось, 11 жили в более ранний период, чем Герардини. И только одни останки относились к середине 16 века. После этого ученые сфокусировались на них. В 2013 году исследователи вскрыли фамильный склеп Франческо дель Джоконда. Там они нашли останки мужа Герардини и двух ее сыновей. Эксперты планировали сравнить генетический код потомков Моны Лизы с ДНК останков женщины из монастыря Святой Урсулы. Однако найденные кости были очень сильно повреждены. Современные технологии пока не позволяют провести сравнительный анализ, используя такой материал. Исследователи надеются, что это станет возможным в будущем. Пока же им придется опираться в своих предположениях лишь на исторические записи. При этом ученые рассчитывали, что найдут в склепе череп женщины. С его помощью они смогли бы воссоздать ее лицо и сравнить с портретом Джоконды. К сожалению, обнаружить череп так и не удалось. В монастыре Святой Урсулы во Флоренции Лиза Герардини провела последние годы своей жизни. Предполагают, что ее похоронили в середине XVI века в этой же обители.